Здорово, здорово, здорово. Я... Что-то мне эта система уклонения вообще не нравится. Ну, не то чтобы... Она, конечно, полезная, но... Что-то жутко бесит, когда... зависает на 3 секунды. Чуть другое попоставить, что ли, блин. Вон оружие 7 сильно увеличит. 50, ну так себе, да. О, вот это сильно увеличивает. Ну, блин, 19 ячеек. Хотя у меня и так стоит. 4, 5. Вот это сильно увеличивает на 4, на 350. На 10% почти. Дальний бой поставить. Хотя дальний бой что-то вообще как-то так себе. Плюс 40. На копейки что-то прибавляется. Но что-то поставить надо. Ладно. Я сюда чё вернулся-то? Тут парочка с Тамарочкой. Освободитель напал. Он обманывал нас с самого начала. Что случилось с женщиной, которая с тобой была? Она убежала, она пыталась действовать как приманка, чтобы спасти меня. Вы обязаны помочь найти ее. Ну давай. Здесь ее био-код, он должен помочь найти ее. И где ее искать? Потто, この生体コードを持つアンドロイドの位置情報を検索。詳細不明。ただし、最後に目撃された地点についての情報が存在。総合分析の結果。当該アンドロイドの現在位置は遊園地廃墟一帯と予測。わかった。Руины парков, парк развлечений, понятно. Ну, коли уж я сюда пришел, то уж... Может быть, я и зря убрал уклонение. Нет, ну убить-то меня, конечно, не убьют, хотя, блин, если так буду тупить, то, наверное, да, могут. Так, все. Пойду в парк развлечений, развлекаться. Парк развлечений, руинный парк аттракционов. Здесь что ли? Так, блин. Надо карту посмотреть сначала.
руины парка пол аттракционов. Пара-бара-ба-па-па-па-пам, спой мне песенку. Робот, робот, робот. Какая? Что тут есть? Джина? Ёбот, ёбот, спой мне песенку. Клетита. Заяц! Заяц, я пришел к тебе! Заяц, я пришел к тебе! Это, да, это квест с первого прохождения, точно. О! Ты откуда прилетел? Этот андроид женщина, ты мужчина. Может, закроешь глаза до тех пор, пока я не закончу? Отлично, ставим это сюда, заполняем эту область и готово. Теперь с ней должно быть все хорошо. Спасибо вам за помощь, если есть какая-нибудь информация. Есть какая-нибудь информация о моем друге? Он в порядке, тебе не нужно беспокоиться. О, приперся. Ты жив, о, слава богу. А? Прости, я должен быть сильнее ради тебя, пожалуйста, не извиняйся. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Однако, что вы теперь делать будете теперь? Пытаемся найти безопасное место. И что тогда? Продолжим скрываться от наших друзей и роботов. Коварные женщины, короче, как обычно, да?
Да уж. Коварство некоторых мадамов не знает границ. Ну ладно. Ничего страшного. Не убила. На том спасибо. Мужа своего или кто-то возлюбленного своего. Что такое? Окей. Дали программу бота, которой у меня не было до сих пор. Волна. Как ей пользоваться? Вон ты какая. Так вот ты какой. Чё долго она перезагружаться будет? Ну, блин, урон так себе приличный. Правда, это 34 уровень. Не, все-таки уклонение от этих помогает. Помню, что урона мы несем немедленно. Ну-ка. А, на воздушные цели это не работает, понятно. А вы что не атакуете? Так, ладно. Это все, конечно, весело. Эх ты, я Паскальп не отдал. У меня вроде же есть старые данные там какие-то. Ай, где я? Вообще. Меня куда приведет? Тьфу, блин. Надо транспортер искать, или как он там называется. Эй, заяц! Ты, может, оживешь уже? Где проход? Здесь? Тут в парке-то ничего больше нет, вроде бы. Так, стоп, а это что за хренота? Хренотрень. И как мне туда попасть? А ведь это хренотрень. Там вот. Вроде бы, или нет? Ай!
Лузер. Кстати, о волосах. Мы ждали... Это волосы новые, сиреневые, голубые, золотистые. Эй, а использовать? Я что, не могу использовать это? А зачем давали туда? Девочек только можно красить, мальчиков нельзя. Так неинтересно. Ай, нет, не падай, нет, только не падай. А я, по-моему, не туда бегу. Не туда. Блин, я точно не туда бегу. Здесь будет этот аттракцион, и я в итоге... Графический. Так, ты что скажешь? Джанг исчез. Тише. Так, блин. Чё за манера путать локации? Так, туда что? Начинается. Пропадание отметок начинается. Понял. Я кого-то опять не вижу. Или что? Отметка есть. Задания нет. Или слепой? Это, наверное, сюда, может быть, все-таки.
платформеры. Ну хорошо, а девоньку-то я могу покрасить? Давай девоньку покрасим. Какие проблемы? Трехцветный кабель. Трехцветный кабель. Так, мне надо тогда эквипнуть на дроп вместо, допустим, ладно, пожертвую опытом. Мне шанс дропа нужен. Хотя... Если это предмет квестовый, он и без шанса должен выпасть. Платформер, открывайся. Каких роботов-то мочить надо? Всех подряд? Отметки есть на карте, интересно. Есть. Так, ну это дальше. Это не есть. Это, наверное, вот эти вот дядьки большие. Что-то мне так подсказывает. Может, и нет. А, пофиг, вали всех. С другой стороны, я не буду знать, кого именно надо валить. Трехцветный кабель. Хорошо. С кого-то выпал, короче. Пофиг.
Трехжильный кабель. В лифте почему-то нельзя меню открыть. Паузиться только. Девонька, ну давай тебя покрасим, ну. У меня краситель есть какой-то там еще. Чувак, смотри, у меня есть трехцветный кабель. Игра готова. Что это за игра? Стрелялка. Есть у меня такое чувство, что в ней все еще есть баги. Я буду очень благодарен, если сможете найти баги. Ну давай. Что? Что надо сделать? Всех убить, как обычно. Она предложила вам приз, если найдете спрятанные баги в ее игре. Что? Тут еще и баги надо искать. Какие, например? А, спрятанные баги. Интересно, а какие это могут быть баги? Что это такое было сейчас вот здесь? Я нашел баг. Или нет? Ой. Да блин. Я его сейчас убью. Так. Какие тут могут быть баги? Даже вариантов никаких нет. Бля, сейчас убью. Ну, тебя нафиг. Не хочу. Скучный квест какой-то. Потом еще вернусь. Без записи. Короче, надо дальше идти. Только вот куда дальше? Это вопрос, да. Мне куда надо-то с... А это что за тут за фигня за? В деревне какой-то квест есть.
Я не совсем врубаюсь, где это. Это что? Лесной торговец припасами. А, это замок, что ли? Ладно, пойду в деревню тогда. В принципе, я добегу до деревни и там запись продолжу. Ну, я прибыл, в общем. Осталось найти отметку. Заданием наверху или внизу? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. У тебя задание? А, у мамаши опять, что ли? Опять что-нибудь ребенок натворил? Секунду. Я же это делал, задание. Снова закрыл себя внутри. Очень сложный замок. Ага. Ну ладно. Давай. Ах вы заразы, ах вы заразы. Ху заразы. Ладно. Сейчас. А, то есть не важно, по какой стрелять они. Понятно все. Шмотки удобно найти кратчайшие. Может быть, вот так будет проще. Офигеть. Да. Мне что-нибудь со взломом поможет или нет? Интересно. Так.
взлом. Усиление взлома, сгорание. Интересно, вот это вам может? Стоп, секунду. Где-то подрыв. Разбор. А, где-то вроде была такая фигня. Отображает расположение предметов на мини-карте. Офигеть. Автоатака. А, автоатака, понятно. Быстрая перезарядка, обрыв подвижений. Шанс прироста опыта. Исцеляющий вирус. Оглушение. Взлом врагов вызывает 5-метров. Вот я что хотел. 12 человек, 11 человек. Да блин. Давай парочку. Ну, это, конечно, вряд ли поможет, но... Наверное, так не работает, я как обычно хочу проверить. Сколько ячеек свободно? 17. Случае что-то я совсем туплю. Что может помочь? Ничего. Может быть, вот. Ну, это, наверное, тоже взлом. Если бы еще вот все адекватно работало, было бы, блядь, вообще хорошо. Это долго. Сразу нет. Блин.
проверим все. Так. Ну все, это фейл. Тут ни на секунду нельзя задерживаться. Здесь я не успеваю. Так все рассчитано, что? Помочь мне, конечно, ничего не сможет. Может быть, урон в дальнем бою поможет? Может быть. Это ведь дальний бой. Похоже, нет, не работает. Все, задержался. Возможно, это не самый короткий путь. Ладно. Вернусь-ка я сюда попозже, наверное. Ну хорошо. Потупили, потупили. И пошли дальше. Надо в лес еще сходить. А собственно это вот лес есть, правильно? Это мне значит надо лесная зона центр, понятно. Пошли. Да. Господи, платформеры. Что? Что? トゥービー、何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナインエス
で十分伝わる。まあそうなんですけど。Так, что там эти люди-то теперь? Возгорание. Ладно, оставлю пока. Посмотреть, как это работает. Горит и горит. Перестань. ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。То есть вы мне хотите сказать, что решетка там еще не разрушена? Ну нет, не разрушена. 通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。なんだよ、森の王って。ノカ。気を抜かないで、ナイネス。そんなこと言ったって、僕はスキャナーモデルだから。ノズガリエルソーニチャ。戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。Урон получает, пока горит. Понятно, короче, бесполезная дрянь, по-моему. Лучше поставить... Лучше поставить... Вот это вот. Попробовать. Оглушение, ну-ка. なんかあいつ逃げてばかりですね。побежал. Че он от меня бегает? Парень. Да.
ここは？なんだこれ？あなた方は？怪しいから壊そう。トゥビー。ちょっと待って。破壊する。ダメ！Я все, короче. Нам до шоу. Мы в первой части боевого уже. Повторяйтесь, ребят. Так, я тут еще подумал, что может быть 5 ячеек. Блин, 6 ячеек надо. Ну ладно. Тогда. Нафиг. Один ячеек. Чего бы мне поставить? Так, что ли? Ну-ка. Ничего. Будет предметы на мини-карте. Не помню, тут мешать будут. Тут что-то ни хрена ничего не показывается. И где прям никак. Как выглядит. Стоп, а тут ведь... Интересно, а что тут? Этот лифт активируется после квеста с цветами, который Эмиль дает. Который безбашенный торговец на тележке. Теорит. Опа. Пожалуйста. Ага, это понятно, это. Десятый, это их сколько всего-то, блин? Сохраниться надо, давно не сохранялся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. この先が森のある地域みたいですね。Предметы на мини-карте. Это вот как они. Вот лежит предмет. И чё? Где отображение? Бесполезная дрянь опять не работает, походу.
Ну, дай-ка я вот эту штуку 10 куплю. На всякий случай. А, вот, расположение предметов, они синенькие такие становятся, да? Да не, зачем? Это не надо. Вы издеваетесь. Вся карта будет в них. Не, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. О, урон оружия поставлю. Чего не лезет? А. Урон оружия поставлю лучше еще. Блин, надо бы сварить чипов.来ましたね、トゥビー。油断しないでください。それはこっちのセリフ。気をつけて、ナイエス。はい。What? Я не помню, это было в первой, при первом прохождении или нет, но теперь оно вот есть. ここの機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。 Пойду-ка я попробую оптимизировать чипы, но я это записывать, наверное, не буду. Потом просто покажу, что получилось. Потому что что-то мне не нравится текущий расклад.